И в начале выпуска актуальная информация по эпидемиологической обстановке в Ненецком округе. По состоянию на 20 часов 7 мая диагноз COVID-19 подтвержден у 49 граждан. Новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Нарьин-Маре у пациента терапевтического отделения Ненецкой окружной больницы. Он переведен в инфекционное отделение номер 2, которое развернуто в здании детского отделения. Состояние заболевшего удовлетворительное. Он получает все необходимое лечение. Все подробности далее. Как стало известно в ходе заседания оперативного штаба под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного, пациент поступил в терапию 29 апреля с острым заболеванием сердечно-сосудистой системы. Впоследствии его самочувствие ухудшилось. Первые признаки проявления вирусного заболевания появились у пациента только 5 мая. Поднялась высокая температура и было принято решение взять у него тест-пробу на COVID-19. Мазок взят 6 мая утром. Результаты теста, которые оказались положительными, пришли вечером 6 мая. После перевода в инфекционное отделение номер 2 в палате, где лежал пациент, проведена дезинфекция. У всех медиков, осуществляющих лечение пациента и у которых был с ним прямой контакт, взяты тест пробы на коронавирус. В связи с тем, что Ненецкая окружная больница у нас единственное в своем роде такое лечебное учреждение, поэтому мы не можем допустить, чтобы она ушла вся на карантин, и предлагаем провести комплекс мероприятий, связанных с тем, что в настоящий момент те пациенты, которые до этого находились в терапевтическом отделении, будут разделены на тех, которых можно выписать, и они смогут находиться дома на самоизоляции, и тех, кого мы выписать не можем. Вот тех, кого мы выписать не можем, а также врачей, которые контактировали с этим больным коронавирусом, мы перемещаем, сделаем для них специальную зону. Специальную зону расположат на третьем этаже Ненецкой окружной больницы. За всеми контактировавшими будут наблюдать медики. Первый и второй этаж стационара Ненецкой окружной больницы, где сейчас располагаются детское и терапевтическое отделение, соответственно, будут освобождены от пациентов, продезинфицированы и подготовлены для приема экстренных больных. Я хотел бы совершенно четко сказать, что Ненецкая окружная больница, невзирая на этот случай заражения, будет работать в нормальном режиме, будет принимать больных и лечить, что для нас чрезвычайно важно, потому что люди болеют не только коронавирусом, но и сердечно-сосудистыми заболеваниями, у кого-то может быть аппендицит, то есть вся лечебная база будет работать. Добавлю, сейчас на лечение в Ненецкой окружной больнице с диагнозом COVID-19 находится 9 человек. Один житель Нарьин-Мара, у которого был обнаружен коронавирус и заболевание протекает в легкой форме, проходит лечение на дому в самоизоляции. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения готовит изменения в постановление губернатора Ненецкого округа о введении режима повышенной готовности. Как сообщили в профильном ведомстве, ограничительные меры в регионе планируется продлить до конца мая. Алина Волочейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север».